Всем привет, с вами снова ваша Даша, и я заметила, что вам очень понравились ролики с 10 советами по рисованию. И я решила продолжить эту рубрику. Сегодня мы поговорим про цвет, так как, мне кажется, он может спасти даже самую плохую работу. Я сама еще только учусь, у меня часто в рисунках очень кривая анатомия и композиция, но именно цвет, как мне кажется, вытягивает мои иллюстрации на более приемлемый уровень. Но если вы чувствуете, что ваш уровень рисования совсем плох, советую вам обратить внимание на курс 2D-рисунка New Generation 2D Artist от школы Home Digital School. Курс длится 5 месяцев, вашим преподавателем будет практикующий художник с 8-летним стажем Анна Дикава. На курсе вы плавно погрузитесь в профессию 2D-художника, изучите основные инструменты графического редактора, получите базовые знания об объеме, материалах, также текстурах и упрощенной анатомии. У вас будет целых 40 часов практики и сессии с преподавателем, где вы обсудите вживую непонятные темы, а также получите фидбэк по вашим работам. А по окончанию курса у вас будут навыки в рисовании персонажей, предметов и иллюстраций, а также вы сделаете 3 проекта для портфолио. А теперь самое приятное. По моему промокоду SNELL ребята дарят вам скидку в 20% на обучение. Все подробности в описании ролика. Ну и несомненным преимуществом данного курса является то, что он не привязан к одной стилистике. Вы можете сами выбрать направление, а преподаватели просто подстроятся под ваши желания. Ну а для тех, кто уже более-менее чувствует себя комфортно в рисовании, вот мои 10 советов по работе с цветом, которые, возможно, вам помогут делать покрас лучше, а также быстрее и красивее. Все примеры буду показывать на своей иллюстрации для календаря. Рисовала данную русалочку я по июньскому празднику Русалии. Я специально не исправляла анатомию и суперкосячно вот так как-то сделала работу, чтобы наглядно показать, насколько вот из такой кривульки благодаря цвету можно сделать красоту. И самый первый блок я бы отнесла к выкраскам. Пока вы не гений в цвете, довольно сложно сразу как-то подобрать все красиво. Я вас понимаю, сама с этим борюсь. И чтобы вы понимали, цвет — это не только разные оттенки, но это еще работа также с тоном, с контрастностью и какими-то другими важными вещами, о которых мы поговорим. Поэтому давайте поэтапно я расскажу о своем пайплайне работы с покрасом и цветом. И первым делом я обычно заливаю все объекты цветом. Каждый объект на отдельном слое. Так нам проще будет потом менять цвета, как что-то там перекрашивать, редактировать. Поэтому советую делать так же. И берите для начала какие-то монохромные оттенки, так как это поможет нам во втором этапе работы. Как я сказала, удачно подобранные цвета — это не весь залог успеха хорошего покраса. Важно также учитывать контрастность, тон и планы. Чтобы наши планы как бы выглядели хорошо, нам как раз надо поработать с контрастностью, то есть контрастностью светлых и темных объектов. В нашем случае наша русалка — это самый главный объект. Взгляд зрителя должен идти вот как бы на нее. Следовательно, все другие объекты, которые есть на иллюстрации, по контрасту будут отличаться. Поэтому я через инструмент контрастность, он есть как и в Procreate, так и в Photoshop, ползуночком стараюсь выкрутить все объекты так, чтобы наша русалка была главной. То есть она была самой светлой, таким светлым композиционным пятном, чтобы взгляд как бы шел к ней. Чтобы усилить вот этот светлый наш композиционный центр, мы можем сделать фон темным. То есть на темном фоне наш главный объект будет более выразительным, а мы этого и добиваемся. И вот именно в черно-белом виде увидеть вот эти контрасты проще всего, поэтому заливайте ваши объекты черным-белым, потом через ползунок контрастности смотрите, как изменить все объекты, чтобы они между собой на планы были разбиты, да, то есть, чтобы мы видели, что есть передний план, это наша русалка, задний план, это наш вот этот фон с какими-то цветами. И дальше мы уже только можем приступать к цветам, то есть уже к работе с цветом. И мне страшно иногда начинать работы с цветом, мозг просто отключается, либо выдает какие-то, знаете, стандартные палитры, которые ты уже использовал по 200 раз.
Поэтому я решила дать вам 4 варианта, как найти крутую палитру для вашего покраса, которую я использую сама. Итак, вариант первый. Заходим на Pinterest, либо любой ресурс, где есть много красивых картинок и фотографий, и ищем иллюстрации с похожей идеей. Ну, грубо говоря, как пример, опять же, у меня русалка, я могу вбить, типа, русалочки и посмотреть, какие есть прикольные иллюстрации с русалками. Если у меня был какой-то замок, то я искала бы замки. Также вы можете просто взять любые картинки, которые вам нравятся по цвету. То есть не обязательно искать там что-то похожее, просто когда вы ищете что-то похожее, то и палитра цветовая будет как-то более логично подобрана. Но это не обязательно. Потом берем вот эти наши иллюстрации, которые нам понравились, и через пипетку просто берем оттуда цвета, которые переносим уже непосредственно на свою работу. Я не понимаю, честно говоря, людей, которые считают, что подобный подбор цвета — это плагиат. Мне кажется, вдохновляться цветом — это нормально. Все равно у нас все в итоге выйдет по-другому. То есть даже благодаря тому, что у нас разная контрастность, мы будем наши цвета совершенно по-другому в контрастности даже использовать. И опять же, на референсе у нас может быть у девушки, там, например, красная кепка, а у нас будет красным цветом сделана машина. Ну, как бы, я не понимаю, что в этом такого. Ну да, я использовала тоже красный цвет. О, господи, я украла красный цвет, ведь он кому-то принадлежит. Нет, никому не принадлежит. Это нормально, это прекрасная практика, которую, я уверена, использовали давно-давно-давно и до нас, когда только художники, там, знаете, вдохновлялись друг другом. Для примера я взяла 3 иллюстрации с разными цветовыми палитрами и сделала по ним свои работы. Они получились совершенно разные, как и по цвету, так и по настроению, и это то, что нам нужно. Старайтесь, когда берете цвет, как и сказала, смотреть на то, какой контрастности у вас вот конкретный объект. Грубо говоря, вы взяли с рефа бежевый цвет кожи, но у вас по контрастности кожи суперсветлая. Значит, и бежевый нам придется немного сделать светлее. То есть берем вот этот наш цвет, поднимаем больше к светлому оттенку. Для фона, допустим, мы взяли какой-то салатовый цвет. Но у нас как бы по контрастности фон очень темный, поэтому мы этот салатовый выкручиваем вниз, наоборот, на несколько тонов темнее. И так мы работаем с каждым цветом, который берем с референса, чтобы вот наши планы не рушились и были по контрастности так, как мы их задумали в черно-белом виде. Я надеюсь, тут я понятно объяснила. Еще один вариант, как работать с цветом, это взять палитры через специальные сайты по подбору цвета. Можно, например, воспользоваться Adobe Color. Я часто им пользуюсь. У вас там будут уже готовые цветовые палитры на цветовом круге, то есть все, что вам нужно, это выбрать, каким образом будут подобраны цвета, выбрать какой-то, например, цвет. Если посмотреть, то везде у меня оранжевые волосы, поэтому я взяла за основу оранжевый цвет, и программка мне подобрала какие-то подходящие оттенки вот к этому оранжевому. И уже вот эти оттенки я перенесла на другие объекты. Вот таким образом это, в принципе, работает. Таких ресурсов очень много, вы можете найти какой-то свой, просто вбив в гугле подбор цвета, программы для подбора или сайты для подбора цвета, как без разницы. Чисто для примера я решила еще взять готовую палитру с сайта Color Romanuki, по-моему, так называется этот сайт. Опять же, я искала какую-то палитру, где есть оранжевый, потому что волосы, в принципе, везде смотрятся хорошо оранжевые. И остальные оттенки уже использовала как бы на фон из того, что предложил мне сайт. Вот такой вариант у меня получился в этом случае. Он тоже отличается от других. Почему нет? Тоже прикольно. И когда вы сделаете хотя бы 3-5 вот таких выкрасок, вы сможете уже нормально посмотреть на них, подумать, какие вам нравятся сочетания, какие не нравятся, и попробовать вот последний вариант сделать, вдохновившись вот этими выкрасками, то есть сделать самостоятельно. Это тоже очень важно, потому что, как сказать, вы видите вот эти итоговые цвета и пытаетесь в голове сделать их лучше, то есть оставить самое лучшее сочетание, которое были. И таким образом вы еще тренируетесь,
подбирать оттенки самостоятельно, потому что не всегда вам сайт выдаст идеальную палитру. Ясное дело, что он не сможет под каждую вашу идею, атмосферу и задумку подобрать что-то крутое. Вам придется все равно самостоятельно развивать вот эту насмотренность цвета. Поэтому последний вариант все равно попытайтесь сделать самостоятельно. Чаще всего он будет самый классный, ну, как мне кажется. Но это не обязательно. Можете, в принципе, для начала пользоваться только теми палитрами, которые вам предлагает сайт. Вот такой итог у меня получился. И шестой совет — это как понять, какая палитра все же лучше. Иногда то, что нравится вам, может не понравиться заказчику или не подойти вашему потребителю. Все мы знаем, что, например, дети любят что-то яркое, а, например, для афиши готического концерта подойдет что-то мрачное. В этом случае на наши выкраски стоит выслать вашему клиенту, либо провести какой-то опрос, скажем, если это детская книга, то у детей, да, предложить им посмотреть варианты выкрасок и спросить, что им нравится больше. Так вы сможете получить идеальный итог именно под конкретную задачу. В моем случае мои подписчики проголосовали в большей части за мою последнюю палитру, которую я делала сама. И мне кажется, это успех. То есть, несмотря на то, что программа подбирает хорошо цвета, все-таки общий, переваренный вот этот концепт цвета, который сделала я в итоге, он понравился больше. Меня это радует. То есть это значит, что какое-то обучение все же идет. И, ну, на базе вот этого долгого цвета я продолжила делать свой покрас. Следующим этапом, после того, как вы решили, какой цвет оставляете, это сделать градиенты. Это помогает добавить в вашу иллюстрацию какой-то глубины, объема, а также атмосферы. Обычно цвета для градиентов используют по принципу, где у нас тень, можно использовать холодный оттенок, а там, где свет, теплый. Либо наоборот, иногда даже наоборот работает лучше. Это не сильно меняет прям работу, но, мне кажется, все же добавляет какого-то шарма, какой-то живости, что ли. Но опять же, это зависит от вашей стилистики. Если вы не рисуете в стилистике, где нужен вот этот объем, то, наверное, этот пункт можете пропустить. Но я советую все равно попробовать, вдруг вам понравится. Так, что дальше? Ну, наверное, в окончании мы подходим к процессу распределения света, тени и рефлексов. Я уже очень много раз рассказывала о том, как делаю тени и свет. Я просто создаю отдельный слой с привязкой к предыдущему. И через наложение затемнения основы и осветление основы прохожусь темным цветом и светлым по нашим объемам. То есть, где тень, у нас тень будет. То есть, темным проходимся, где свет, светлым. Вот. После чего я сливаю все в один слой и делаю коррекцию. Ну, опять же, через кривые, через контрастность, как вам удобнее. Мы вот этот ползуночек двигаем, смотрим, как лучше, подгоняем наши цвета, оттенки и как бы получаем какой-то более-менее подходящий итог. Также можно поработать над цветом линии. Это тоже важно. Опять же, она не всегда есть, но если она вдруг у вас есть, то ваши линии можно покрасить. То есть покрасить, например, только внутри или снаружи тоже. Можно залить ваши линии градиентами, можно вообще убрать и оставить лишь только, например, внешнюю линию контура черным, например, цветом или белым цветом. В общем, линия — это тоже важная часть покраса, которая может очень кардинально изменить и настроение работы, и выразительность работы, и контрастность. И, короче, линия — это такой же важный элемент, который тоже нуждается в работе с светом. И если вы никогда не запаривались над цветом линии, попробуйте тоже сделать ее, например, в цвете. И что еще? Последний, наверное, момент. А нет, не последний, короче. Нет, это да, все правильно, десятый последний момент — это финальная проработка. Тут уже мы переходим к каким-то текстурам, каким-то световым эффектам. Я обычно добавляю какие-то еще элементы в виде звездочек, каких-то контурочков, каких-то рефлексов. Также могу накинуть текстуру шума, просто светом, градиентом накинуть что-то. И это тоже, мне кажется, важная вещь в цвете.
То есть вот этот финальный рендеринг, который тоже может кардинально изменить вашу работу. И еще на данном этапе, хотя нет, не только на данном, на любом из этапов, когда вы начинаете работать с цветом, вы по-другому видите работу, и вы можете заметить те ошибки, которые не заметили на этапе вашего контура. Я, например, заметила где-то в середине, что у меня корпус моей русалки очень странно выглядит. Прям вот грудь, она как-то странно была повернута, и я решила немного ее переделать, то есть чтобы она не совсем уж была кривой. Я поверху просто набросала цветом новую версию, и все. Мне кажется, стало намного лучше. А в конце я заметила, что голова у русалки довольно большая, я ее уменьшила. Опять же, раньше я не делала подобных корректировок в своей работе, потому что мне казалось, я сделаю только хуже. А также это может полностью сломать работу, и это ж столько надо переделывать с нуля. Нет, не надо. Просто уменьшите, там, например, какую-то деталь, докрасьте пустые места и готово. Также не забывайте, что вы всегда можете сохранить предыдущую версию, попробовать сделать правки и потом сравнить. Если с правками будет лучше, почему нет? Если будет хуже, вы всегда сможете остаться на прошлой работе. Опять же, не ленитесь. Это тоже важная вещь, которую нужно не упускать, хоть она относится не к цвету. Но не бойтесь после цвета вносить какие-то правки. Это не так страшно, как кажется. Вот. Вот такой, короче, итог. На этом моя русалочка готова. И мне кажется, какие-то советы могут оказаться для вас полезными. И мне кажется, если посмотреть все же на набросок и итог, даже несмотря на то, что работа была очень анатомически и композиционно косячная, я прекрасно вижу, какие косячные руки, какой странный хвост кривой, он так не может быть, какие странные эти черепа. Но все равно в цвете работа выглядит довольно целостно, и это очень важно. Она выглядит приятно, и мне кажется, даже с таким уровнем рисования, с такими ошибками, цвет помогает сделать работу, в принципе, не такой уж и плохой. Но поделитесь об этом в комментариях, считаете ли вы так же. И все. Также хочу еще, кстати, сделать объявление, пока не забыла, для ребят из Питера. Многие уже в курсе того, что я покидаю Россию, и я решила сделать в это воскресенье сходку с вами, с моими подписчиками, в Таврическом саду. То есть 14 августа с часа дня до где-то часов 5 я буду ждать вас на пледике. Точное место еще опубликую, я приблизительно скину карту, где, возможно, мы будем сидеть, но также продублирую эту карту уже с более точным местом именно в воскресенье в моем паблике ВК, в Инсте и Телеграме. То есть подписывайтесь, там все будет, приходите, будем вместе рисовать, общаться, кушать конфетки. Я хотя бы с вами попрощаюсь. На этом все. Всем спасибо. Всем спасибо за поддержку, что посмотрели ролик. Ставьте лайк, пишите комментарий, какой цвет вам понравился больше, и пишите, или советы вам вообще такие нужны. Все, на этом все. Пока. Пока. Пока.